Matbuot anjumani Paxtakor bosh murabbiy Maksim Shatskiy bilan davom ettiramiz. Не хватило в первую очередь агрессии в атаке, о чем договаривался, к сожалению. Говорим перед каждой игрой, чтобы включаться с первой секунды в игру, показывать агрессию, желание. Желание сегодня было, агрессии маловато, скорости впереди маловато. Поэтому бывают такие игры, к сожалению. Два удара, один гол забивает. У нас было предостаточно моментов, что в первом, что во втором тайме. Но, к сожалению, нет у нас пока этого наконечника, который будет ставить финишную точку. Саламова. Поставили Хамовик на центральную защиту. Это из-за того, что есть проблемы с центральной защитой, с чем-то легко связано? Да нет проблем. Мы решили просто не менять состав по сравнению с прошлой игрой. Вот и все. И казалось ли вам, что не хватило сил моральных переломить ход встречи в концовке, потому что предыдущий матч с Юникорном в концовке был вырван и просто не хватило эмоций, чтобы вот второй раз так, второй тур подряд включиться в конце? Надо включаться с первой секунды, я уже говорил. Потом не надо вот это на судорогах и на всем остальном. Опять же, были предпосылки у нас, должны были забивать, по крайней мере, еще два. Ну, я ж повторюсь, не можем никак довести, входим в штрафную, вратарскую практически, но не можем найти там ногу, голову, все что угодно нашего игрока. Поэтому не хватает нам, к сожалению, пока этого. Потому что нет у нас пока чисто ярко выраженного форварда, который именно хищник. Потому что это все равно навык нападающего. Находить этот мяч, искать, вбегать, занимать правильную позицию, чтобы встречаться с мячом именно в штрафной площади соперника. Ну, пока нет. Какие планы команды на предстоящий перерыв? Планы будем готовить. Нет, здесь, к сожалению. Ну, мы планировали ехать, но так как нам потом график весь поломали календарный, то не получается у нас по сроку. Поэтому будем готовиться все на базе. Ну, съездим, сыграем с Кайратом. Ответный матч. В принципе, здесь. По усилениям? Конечно. Давно уже этим занимаемся. Нужна свежая кровь. Без этого прогресса не будет. Ну, это будут местные игроки? И то, и то. Мы уже давно работаем в этом направлении, поэтому не так все просто, как хотелось бы. Поэтому каждый день занимаемся этим. Усиление обязательно будет, и свежая кровь будет. Без этого ничего не будет. Ну, это футбольная жизнь, и она доказана уже годами, десятилетиями. Если не будешь освежать, это застой. А когда застой, вода не проточная в озере, сами понимаете, она начинает цвести. А когда все время идет обновление, организм совсем по-другому себя ведет. Есть информация, то, что Хаджима Пекинов может вернуться. Это правда? Правда, разговоры идут. Да. Хотелось бы, конечно. Тоже для нас будет достаточно усиления. Мы его знаем прекрасно, он наш. Родной. Посмотрим, я думаю, что... Но это будет аренда или трансфер? Это вопросы не ко мне. Угу. Это вопросы к руководству. Ну, я думаю, за эту паузу новости будут поступать, я думаю, вы будете знать это в первую очередь. Скрывать мы ничего не собираемся. Все трансферы, которые будут, вы все будете знать о них. Сейчас отказ. Спасибо.